Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy M23. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сбросить лицензию DRM. Для этого мы открываем приложение настройки, спускаемся вниз, после чего мы выбираем биометрия и безопасность, спускаемся вниз, и здесь есть кнопка «Другие параметры безопасности». Выбираем сертификаты пользователя, видите, у меня сейчас нет, но есть кнопка, которая поможет удалить все сразу, если они есть. Нажимаем «Да», подтверждаем пароль, ждем пару секунд, и все, хранилище учетных данных успешно очищено. На этом все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.